Все время, что я здесь, мне повторяли: ты виновен. Ты виновен. Не за то, что я сделал или было доказано, а лишь из-за подозрений и домыслов. Но я стараюсь простить. Я хочу простить. В арабском слова «свободный» и «прощение» произносятся одинаково. Так я могу быть свободным даже здесь. Да пребудет с нами Господь и Его прощение.